Привет! Вас приветствует канал Анастасии Кальченко на YouTube «Сделаем сами своими руками». И сегодня я буду собирать поделку из оригами модулей, которая называется «Цветочек лотос». Нам понадобятся модули желтые, зеленые, светло-зеленый цвет и вот такой нежный персиковый, ну или он светло-розовый, ну в общем нежный светло-розовый цвет. Количество модулей, которое нам необходимо, я скажу в конце видео, когда соберу полностью всю поделку. Ну что, приступим? Поделка лотоса с оригами модулей будет иметь несколько частей, которые нужно будет в конце все вместе собрать. Для первой нашей части нужны зеленые модули, это будут листики лотоса оригами модулей, из оригами модулей. Нам понадобится зеленый цвет и светло-зеленый. Размер модуля 32 часть от листика А4. Повторю, что количество каждого цвета, количество модулей, я озвучу в конце видео, когда соберу все детали нашей поделки. Значит, в первой части поделки, листики, нам нужно сделать 6 рядов по 39 модулей. 6 рядов по 39 модулей острым носиком на себя. Одновременно собираем 3 ряда. Так удобнее, они так лучше держатся. Итак, я сделала 6 рядов по 39 модулей. Седьмой ряд у нас будет, значит, нам нужно будет добавить светло-зеленый цвет и добавить в 2 раза модулей, больше модулей будет. Берем модуль светло-зеленый и надеваем на один краешек, кармашком свободным одним внутрь, вот таким вот образом. И другой модуль точно так же, то есть один у нас свободный кармашек между модулями входит. Так, и тогда дальше будут зеленые, тоже по 2 модуля. 11 модулей зеленых, так же самое одеваем на один кармашек. 11 штук, потом опять 2 светло-зеленых, 11 зеленых. 11, 2 светло-зеленых теперь. Так, седьмой ряд готов. Здесь должно быть 78 модулей, то есть 2 светло-зеленых, 11 зеленых, просто зеленых. 2 светло-зеленых, 11 обычного зеленого цвета. На один краешек надеваем по одному модулю свободным кармашком. Оставляем один свободный кармашек. Итак, восьмой ряд собираем мы таким образом. Светло-зеленые модули надеваем на 2 краешка зеленого и светло-зеленого модуля. И с другой стороны на зеленый и светло-зеленый. То есть между ними должно быть, то есть не должно быть модуля. Вот, 2 краешка светло-зеленых остаются свободными. Дальше мы надеваем, ну, в принципе, можем везде так на светло-зеленый надеть модули, а между ними будут все зелененькие. Чтобы не запутаться, надеваем на все вот эти наши светло-зеленые модули по модулю, по одному. И между ними тоже надеваем
на два краешка, как обычно собирается поделка. Зеленые модули собираем. Получается 2 светло-зеленых и 10, 1, 2, 3, 4. 10 должно быть просто зеленых модулей. 4, 5, 6, 7. Да, 10 зеленых модулей. 2 светло-зеленых, 10 зеленых. Это был 8-й ряд. 9-й ряд собираем таким же образом, только здесь оставляем 4 свободных краешка внутри, а на крайние светло-зеленые и зеленые надеваем тоже по светло-зеленому модулю. И получается 2 светло-зеленых и 9 зеленых. Следующий ряд продолжаем таким же образом, оставляя внутри свободное пространство. 2 светло-зеленых и теперь уже 8 зеленых. Так, 11-й ряд собираем точно так же. 2 светло-зеленых. И теперь уже 7 зеленых. Следующий ряд тоже 2 светло-зеленые и 6 зеленых. Потом 2 светло-зеленые, 5 зеленых. Ну и как заканчивать эти лепесточки, я тоже покажу на видео. Итак, завершаем нашу заготовку. Листики наши получаются симпатичные. Значит, на эту заготовку у меня ушло 150 светло-зеленых модуля и 630 зеленых модуля. Вот первая часть нашей поделки цветка лотос из оригами модуля готова. Первая часть. Приступим ко второй части. Для этого нам понадобятся желтые и светло-розовые модули. Итак, следующая заготовочка. Делаем 3 ряда по 66 модулей из желтого цвета острым носиком на себя. 3 ряда по 66 модулей. Итак, я собрала 3 ряда по 66 модулей желтого цвета. Дальше мы начинаем делать лепестки, как и в первой заготовке. То есть надеваем один светло-розовый и 10 желтых модулей. Тоже всего будет 66. 10 желтых. Потом опять светло-розовый и 10 желтых. Десять желтых,
один светло-розовый. Теперь я покажу, как делать полностью один лепесток. И потом уже будем делать дальше все остальные лепесточки. Таким же образом собираем все остальные лепестки. Итак, я заканчиваю вторую заготовку. И на нее у меня ушло 528 желтых модулей и 132 светло-розовых модуля. Именно на эту заготовку, потому что для третьей заготовки нам тоже будут нужны желтые и светло-розовые модули. Конкретно на эту у меня ушло 528 желтых и 132 светло-розовых модуля. 132. Вот такая вот заготовка получилась. На третью заготовку мне тоже понадобятся желтые и светло-розовые модули. Так, следующая заготовочка. Делаем два ряда из желтых модулей по 8 штучек. Два ряда по 8 штучек. Острым носиком на себя. Восемь. Замыкаем в круг нашу поделку. Итак, третий ряд, 16 модулей. На каждый краешек надеваем по одному модулю
и оставляем один свободный краешек. Получится у нас 16 модулей. Это третий ряд. В четвертом ряду тоже 16 модулей, все желтенькие. Как обычно, надеваем модуль. 16 штук. Пятый ряд должно быть 32 модуля. Также одеваем один модуль на один краешек и свободным кармашком вовнутрь. На каждый краешек по модулю. Теперь эту поделку нашу нужно будет вывернуть вот таким вот образом. Выворачиваем. Вот должно быть вот так, получится вот так должно. Выворачиваем. И здесь надеваем модули, 32 модуля. Дальше продолжаем надевать. Держим ее и надеваем модули. 32 модуля. Уже должен быть острый краешек у нас получается вовнутрь. Это шестой и седьмой ряды должны быть. Два ряда вот таких. Итак, я сделала шестой, седьмой, восьмой ряды по 32 модуля короткой стороной наружу. Делаем девятый ряд. Он будет у нас светло-розовый. Полностью весь ряд светло-розовый. И этим длинным носиком наружу, вот таким вот образом. Полностью весь розовый ряд, 32 модуля. Конкретно на эту заготовку у меня ушло 208 желтых модуля и 32 светло-розовых модуля. Так, я делаю девятый ряд полностью светло-розовый. И будет еще десятый ряд, он будет желтый, тоже длинным носиком, таким же образом, как и розовый я сейчас надеваю. Также будет и последний десятый ряд в этой заготовочке у нас. И останется еще одна заготовка, четвертая. И мы будем уже тогда собирать нашу поделку. Вот так эта заготовочка выглядит. Пока ее отложим. На следующую заготовку нам нужны тоже желтые и светло-розовые модули. Четвертая заготовочка очень легкая. Тоже берем модули. Она похожа на две первых наши заготовки, которые мы делали. Зелененькая и вот такая. Она будет практически такая же, как и вот эта. Только немножко разное количество модулей, другое будет. Значит, в двух первых рядах у нас по 54 модуля желтеньких, длинным носиком на себя, по 54 модуля, два ряда. Итак, я сделала два ряда по 54 модуля. Третий ряд у нас будет один модуль светло-розовый, 8 желтых, тоже 54 модуля. Это третий ряд. Четвертый ряд я не буду полностью делать, я покажу один лепесток. Точно так же, как и в нашей во второй заготовке, делаем шестилистник. То есть надеваем сюда розовый модуль, остальные все 7 будут желтых, опять розовый и так далее. Делаем лепестки.
Итак, получается вот такая вот у меня четвертая заготовочка. Конкретно на эту заготовку у меня ушло 324 желтых модуля и 108 светло-розовых. Вот такая вот получилась заготовка четвертая. Она чуть меньше, чем наша вторая заготовочка. Итак, сейчас будем собирать нашу поделку. Итак, начинаем собирать нашу поделку. Цветок лотос из оригами модулей. Берем зеленую заготовочку, выгинаем вот эти вот листики немножко вперед на себя. Все 6 листиков. Аккуратненько. Заготовка, что побольше из желтых и розовых модулей, тоже также выгинается на себя. Ее лепесточки выгинаем, поправляем. Можно даже немножко вот так вывернуть. Установим ее на зеленую заготовочку таким вот образом. Отставляем. Берем поменьше заготовку, которая была у нас. Также выворачиваем лепесточки. Тоже можно вот так вот выгнуть немного. Берем самую маленькую заготовку и вставляем ее внутрь нашей вот этой заготовки. Вставляем так, чтобы она именно вместилась вот внутрь. Не просто поставить, а вставить внутрь нужно. Вот, вставила. И теперь все это тоже вставляем в наши остальные заготовочки. Получается вот такой вот замечательный, красивый лотос. Общее количество модулей у меня ушло на этот лотос. Желтых 1060 штук. Светло-розовых 272 штуки. Светло-зелененьких 150 штук и зеленых 630 штук модулей. Понравилось видео? Ставь класс, пиши комментарий, подписывайся на наш канал. Всем пока!